Чем Петербург привлекает творческих личностей и какую роль образ женщины играет в искусстве. О высоком немецкий фотограф Олаф Мартенс и заслуженная артистка России Галина Сидоренко рассуждали с гостями творческого вечера в гостях у амбассадора. Подробности в нашем сюжете. Знакомство с Петербургом у немецкого фотографа Олафа Мартенса началось еще в начале 90-х годов прошлого столетия. Желание запечатлеть Россию глазами иностранца заставило задержаться здесь на долгих 14 лет. Петербург обладает особым магнетизмом, который притягивает творческих личностей, уверен фотограф. Это старый Советский Союз, я люблю. Это старый советский дизайн. Старые мебель, я фотографирую моду, Татьяна Парфенова и Алена Ахмадулина, или большой проект с музыкалом. За четверть века фотограф сделал десятки, если не сотни снимков известных российских артистов, музыкантов, политиков и олигархов. Но главную роль в его творчестве всегда занимал образ женщины. Запечатлеть женский силуэт в кадре – несложная задача. Намного сложнее нарисовать этот образ с помощью музыки. Картина будет завершенной только при успешном сотрудничестве композитора, автора текста и исполнителя. Это все зависит от режиссера, от самой певицы, от прочтения. Всегда нужно пропускать через себя, ведь каждый из нас стремится раскрыться. Заслуженная артистка России Галина Сидоренко уверена, что в каждую композицию артист должен вкладывать частичку себя. В музыке певческой есть слово, а слово очень важно. Поэтому то слово, которое пропето, оно идет от сердца к сердцу. Мы работали этот проект 35 дней с 70 людей и 30 локейшнс. Идея создания этого выставочного проекта ко мне пришла после того, как я познакомилась с творчеством Олафа Мартенса. Я увидела, что в его биографии четко видно, что Санкт-Петербург – это город творческого вдохновения для него, это город, в который он влюблен, это город, в который он постоянно возвращался, но, к сожалению, уже 9 лет он отсутствовал в Санкт-Петербурге. Увидеть мир будущего глазами известного европейского фотографа петербуржцы и гости города смогут до середины следующего месяца. Дарья Морозова, Данил Килидюшевский. Новости, телеканал ТБН.